Ух ты, хороший. Хороший карась. Вообще хороший. Ух ты. Вот это да. Как лупил. Вот это да. У нас подсак мы не разлаживали. Берем голыми руками. Ух, вот это да. Друзья, всем доброе утро. Наконец-то долгожданный выезд на карася. С Ваней приехали, собрались уже, приехали на известное место. Ну, я думаю, большинство узнает это место. Сделали по первому забросу. У Вани вроде уже даже была поклевка. Блин, так хорошо дернуло, непонятно, либо задело, либо просто не просеклась. Сейчас мы попробуем, Ваня прокидает диппер, уже снарядил. Сейчас посмотрим, что там будет по рельефу, по глубине. Там ну, надо найти траву. Да, хотелось еще бы. Еще рано, как бы карась весь возле травы держится. Поэтому будем сейчас пробовать, искать, прокидывать. Но мы уже выехали, погода сегодня хорошая пока. Но обещали, вообще дождя не будет, но приехали. Вот небольшой дождик моросит, как видим, тучи такие, конечно, нависают. Ну, днем не обещают, конечно, дождя. Надеюсь, так и будет. Все, прокидываем, ищем точку и будем ловить. Рыба уже есть. Рыба уже есть. Потом покажу оснастку, покажу, на что ловим. Все по порядку. Поехали смотреть, пока изучать рельеф и дно. Вот закинули диппер. Лежит под берегом прямо. Это горчаки будут, потому что их здесь много. И вот рыбку прямо показывает. Глубина 0,7 метров. Уже рыбка есть. Сейчас будем пробовать. Я буду держать. А Ваня будет прокидывать. Сейчас свяжется. Вообще мелко. 0,9 метров глубина. Да, очень мелко. Ну вот видно, трава зеленая, да, вот это. Угу. Ну, корни. Корни. Вот рыба. О, рыбка есть. Причем на той дистанции примерно, где и закидывали. Приятные писки. Сидим возле дороги, поэтому постоянно будет шум машин. Вот какое-то понижение пошло. Вот пошло углубление, да. Приямочек какой-то. Интересно даже. Ну вот как-то вот за травичкой, да, стоит сразу. Ну где торчит вот трава. Ну опять пошла трава. Такой пук нормальный. И тоже он желтенький, что-то может даже и похоже на рыбу быть. Тоже трава есть. О, у меня поклевка. Ваня, смотри. Квивер так шатало. Офигеть. Угу. Хорошая поклевка была. Блин, и мне это уже очень нравится. Если у тебя было пакли. И у меня. 8. Ну везде до метра. Прямо там вот один. Был? Вот. Так, и расстояние тут же где-то. А я убрал. А, убрал? Ну, рыбка есть. Ну и глубина такая стабильно мелкая. Но это хорошо, что такая глубина. Потому что карась обычно выходит как раз на такую мель. Потому что рано еще. Людей очень много. Нет. Все места заняты. Нам как-то чудом удалось пару мест найти. Ну, сейчас будем пробовать. Ну, блин, поклевка у меня была 100%. Хорошая поклевка. Берег вот это выжил. Один. Тут такой видно приямок. Тише. Я как-то очкую, когда ты так делаешь. Ну, нормально. Уже привык. История у нас была, мы приехали как раз на Чигиринку, и Ваня купил только диппер. И мы приехали на соревнования осенью, уже вода была... 1 октября. 1 октября, да, на улице 5 градусов, и вода была
холодная. И мы, короче, Ваня делает второй, наверное, заброс. Ты еще спросил, говорит, ты не боишься его отрывать? Ну, не боишься, и отрывается диппер. И как раз, ну, повезло, что штиль, в принципе, был, и ветер дул небольшой на нас. И у нас была кормушка с поплавком такая, специально закармливают сверху. И мы, короче, этой кормушкой песок насыпал, Ваня туда закидывал. Повезло, что с куском плетенки оторвалось. И зацепили так вот эту плетенку и достали диппер. О, Ваня, поклевка была. Я же говорю, у меня была поклевка. Вот, это вторая поклевка, кстати, у Вани. Я говорю, и у меня была поклевка. Блин, ну это уже интересно. Сейчас будем менять. Ловим мы, кстати. Ваня забомбил каши гороховой. Вот на такую мастырку. Обычную. Все, ничего сверхъестественного. Один пуфик. Не реклама. Никакой рекламы. Не реклама пуфика, конечно. Ну, просто это реально рабочая. Не скрываем, на что ловим. Это реально рабочая вещь. Тут как ни крути, насколько ты спортивный, не спортивный не был, но вот, не знаю, нравится эта карасю прикормка и насадка, вот этот пуфик, и ничего не сделаешь. И все, забивается просто мастырка в кормушку. Все, и... элементарно просто. Просто и надежно, как автомат Калашникова. Кормушка скользящая. Обязательно, да. Ну все, поводок 5 сантиметров с плетенки, скользящая крючок кормушка. Большой. Большой, восьмой номер, Овнера крючок. И все, в принципе. О, по дипперу. Рыба. Он заброшен. Диппер заброшен. И видно. Вон он, кстати, там далеко диппер. Надо, кстати, сейчас я тоже перезаброшу, потому что у меня была поклевка. Возможно, пуфик и сорвало. Все, как сказал Ваня, будем искать сейчас рыбьи тропки. Надеюсь, найдем. И будем пробовать ловить. Уже радует, как бы 5 утра, 6 час, а уже видели поклевку. Все, мы сейчас дальше пробьем по дипперу, посмотрим, что и как, и будем продолжать ловить. Ну вот, поклевку под сак надо. Первая, походу, результативная поклевка у Вани. Ага, в сторону. Самые кусты. Ближе подведи кончик. Кончик подведи. Подведи кончик. На дерево. Блин, за куст зацепилась. О, вышло. Вот он. Первый карась. Хорошенький. Покусанный какой-то или сетки. Нет, хищник какой-то бил. Да не, наверное, сетки все-таки. Смотри, как четкая полоса. Видишь, порван плавник. Нет, смотри, резко даже. Какая-то резко, наверное. Чья-то леска, что ли. Не, ну сетка, если было бы, так сверху было бы сбито, видишь? Угу. А тут и сбоку. Может, утка какая хватала? Может быть. Ну вот, открытие есть. Круто. Есть! Есть! Первая поклевка у меня. Это не первый. Вернее, результативная первая. Ух, как на глиссере веду. Офигеть. Вот это да. Ух, тихо-тихо, под берегом. Сейчас Ваня его примет. Вот он. Наконец-то. Открытие сезона по карасику состоялось. О, блин, такая поклевка мощная, офигеть. Вот это да. Вот он. За нижнюю губу. Начало рыбалки очень хороший. Очень. Но этот покрасивее карасик. У Вани потрепанный, у меня почище. Вот он. Первый карась. Офигеть. Красавчик такой.
Вот это я понимаю, рыбалочка. Начало. Супер. Все, ложим в садок. Открытие сезона состоялось. Блин, так круто. У меня садок поскромнее. Ну. О, Ваня. Есть и Ваня. Блёд. Ну, он только забросил, кстати. Блин, он начинает опережать. Есть. Блёд, поклевка, да. Очень хорошая, кстати. Небольшой, кстати. Подлещик, да? А вот. Подлещичек первый. Небольшенький клюнул. Прикольно. И в лед только забросил. Круто. Вот это я понимаю. Старт. Говорит, хороший. Хороший, говорит. Килограмма на полтора, наверное. Ух. Такой. Стандартненько красивый. О, это хороший. Здоровый. Такой. Черненький. Здоровенький. О, красивенький. То опять за нижнюю губу. У меня четко за нижнюю клюнул. Чайка сидит на каком-то пне. Лапы на воде. Далеко там? Да, вон та далеко сидит на каком-то пне. Так прикольно. А выключил. Блин, вот танцуют же какие-то, да, брачные танцы свои. Вот это поклевка. Вот это да. Как влупил с отстрелом таким. Вот это да. А были такие сразу подергу. Ух ты, хороший. Хороший карась. Вообще хороший. Ух ты. Вот это да. Как влупил. Вот это да. У нас подсак мы не разлаживали, берем голыми руками. Ух, вот это да, офигеть. Ух, бляха, круглый какой. Сейчас. Стой, стой, друг, не выможись. И четко за нижнюю губу берет. Блин, какой он круглый. Сейчас Ваня фото сделает. Блин, такой кругляш. Это уже подкилошник вообще. Такой хороший. Круглый-круглый карась. Сковородный такой, ровно на сковороду. Блин, конечно, поклевка шикарная. Вот это да, хороший. Главное не промахнуться, да? О, второй карасик уже. Первый поменьше, второй покрупнее. Долго сидели, выжидали, и наконец у Вани поклевка. Надеюсь, не подлещик. Ну, бьет как подлещик. Да? Может, лещ. Карась. Хороший карась. О,
Ну да, наконец-то. Достал. Долго перерыв был, да? Вообще. Еще одна поклевка мощная. Такая. Ваня говорит что-то. О, даже не. О, хороший какой. Я понял. Хороший. Ох, рукой не обхватить. Вот это. Давай его взвесим сразу. Вот я это... чувствую, что там, блин, вот на флеточку, видишь? Карасина на флетку. Офигеть. Сейчас где-то у меня весы есть. Оснастку поменял. Вообще офигеть. Вот это реально кабан. Надо точно завесить. Кивот 300 где-то. А, во, не хотел. Кило 815. Вот это да. Чувствуется махина. Офигеть. Так я говорю, я потек. Наконец-то, друзья, дождался я поклевки. О, на глиссер сразу вывел. Блин, так вроде и не рыба хорошая. Но я его так сёк, что он бедный шуганулся. Блин, хороший карась. Хороший. Ух ты, нормально. Тихо, тихо, тихо. Как ты там говорил, главное? Не форсировать. Вот давай этого ради интереса взвесим. Рукой не взять. Такой. О. Гаденыш. А этот какой-то, ну тоже такой. Нормальненький. Ух ты. Отцепил ты его? О, горохом сразу. О, горох кушает. Мастырочку-то. Секретная. Ну, попробуем. Тихо, не дергайся только. Главное. Кило 50. 55. О, кило 55. О, есть. Я его выцепил. Красавчик такой, тихо. Блин, какая моща вообще. Реально, не удержать. Не знаешь, такие поклевки. Но поклевка такая хорошая. Блин, я вообще его удержать не могу. Он такой мощный. Друзья, еще один. Вот, здоровый килошник. Кило 55. Вообще хороший. Шикарный карась. Ух, вот, вот за такими и ехали. Конечно, не Ванин кило 800, но это лучше, чем... Ох, красавчик какой! Вот это, конечно, эмоции, блин, карась за килошник, кило 55. Обалденно, конечно. Такая подсечка, поклевка суперская и подсечка. Я его так высек, что он уже на середине пути просто на глиссер вышел и не сопротивлялся. Только под берегом, когда Ваня забирал его, начал сопротивляться. Классно, ждем. Рыбка есть, но как-то вот подходами, периодами она клюет. Как-то вот подойдет, проклюнется, потом долго нету. Ну, будем ждать, дальше ловить. Интересно очень. Лайте. Да, сидим так, отдыхаем. Хорошо. Единственное, если бы еще, конечно, не шум дороги, было бы вообще идиллия. Просто шик. Но ладно, сидим так хорошо. Ловим рыбку. Короче, у Вани хорошая поклевка. И что-то... Там либо еще больше. Что-то очень хорошее. Либо все. Либо карп какой. Смотри, куда. Ну, вон, вижу, идет. Волна какая идет. Вот это что-то всек. Давай туда. Где он, за фидер не зашел? О, хороший. Еще один такой же. Еще один. Ой, как его взять? Блин, вообще... Невозможно.
Блять. Ё-моё, такой же. Такой же. О, стой, друг. Офигеть. Надо взвесить, да? Походу, сегодня не зря весы взял. Не, ну это поменьше. Чуть-чуть, походу, меньше. Ну тоже. Ну толстый. Тоже такой мощный. Кило 520. Полторашник. Кило 520. Хороший. Карасик-то. Ну, часов 10 с утра. Ну, доброх. Завтра и скажу. Не знаю, последний раз. Да, ну. Что, сошел, что ли? Да не должен. Наконец-то. Да? Дождался еще одной. О, хороший карась. Вот это лапоть. А, такая поклевка. Четкая. Это красный. Ну, как будто золотой, да? Вообще хороший карасик. Ну, конечно, меньше, чем килошник, я думаю. Нет, килошник. Ну, килошник, наверное, будет, да? Ну, уже взвешивать. Ну, уже взвешивать не будем, потому что он примерно такой же. Кругленький, да? Ух. Стой, друг. О, я тебя не могу удержать. Ух, вот это красота. Ну, кругляшок такой. Красивый очень. И опять за нижнюю губу. Все красиво. Клюет. А сразу мне телефон звонил, и я пока схватил, я думал, сошел. А он пошел такое ощущение, как на меня. Четвертый карасик. Мы только покушали. Уже, наверное, 11 час. И вот он, четвертый хороший карась. До этого была холостая поклевка. И вот такого карася удалось поймать. Супер. Ну, чуть меньше килограмма, но все равно приятно. Ух. Пятачок такой. Что, друзья, секретов нет, как и говорили. Ловим вот на такие пуфики. Трапперовские. Работают уже который год. Одна из самых рабочих приманок. Крючок 8 номер овнера. И вот так просаживаешь, чтобы крючок торчал 5 сантиметров поводочек. И вот скользящая кормушечка, арбузик. Сейчас я переставил. Блин, что-то она вымазалась вся. Сейчас я сполосну. И вот такая вот мастырочка. Ваня наварил. Забиваем кормушечку. И все, поставил меньше диаметра, размера, вернее, кормушку, чтобы меньше был расход. Потому что у нас на двоих, когда особенно карасик начал с утра активно поклевывать, у нас расход был очень хороший, мастырки. Ну, кормушки были такие. Ну, кормушки здоровые были. Ну и здоровый расход большой. Потому что мы мастырку Ваня сделал немножко необычно. Поэтому у нее расход большой. Можно, конечно, сделать такую, что один раз закинул и все. Но здесь немножко все по технологии иной. Ну вот, примерно 40 метров, 45 расстояния. И все, закинул. И жди, как говорится, поклевки. О, хрустит так хорошо. Да, видите, свору через минут 20.
Но может не додум... Может не додумается. Короче, барбос решил поближе к нам прийти. Говорит, вы меня покормили. Вы, ребята, неплохие, я буду вас охранять. Говорит, вдруг у вас еще что лишнее появится. Так нюхает над ведром. Горох пахнет. Обедать вы же будете, да? Ну, говорит, ну я подожду. Я, говорит, никуда не спешу. Будешь? Не упустим. О, сплыл. Хороший. Хороший лапоть. Какой-то побитый весь. Ух. Прикольно. Ну, чешуя какая-то побитая. Драчьи мужи какие. Ну, кто-то его поперебил. Хороший карасик. Завершаем мы рыбалку. Наконец-то наловились. Мне как-то сегодня не сильно поперло после обеда, а Ваня прям нашел точечку одну такую хорошую. У него там волнами, но очень хорошо поклевывало. Бывали такие периоды, когда до 5-6 поклевок буквально с лета клевало. Сейчас посмотрим улов, кто как поймал, и поедем уже домой. Доставаю вот моих 4 карася. Блин, ну все такие караси зачетные, зачетные. Вообще хорошая. Ну и сейчас посмотрим, что там Ваня надергал. Там и садок не поднять уже. О! Карасей. Я зацеплю. И один у него, конечно, трофейный. На кило 800 где-то. Вот такой кабанчик. Вообще очень хорошая. Плюс у него с утра под лещей. Там целая серия была, 4-5 подлещиков. Да, чтобы их не мучить, пусть не подпустим. К лету клевали. Так, на коту? Давай одного коту заберем. Этих быстренько отпустим. Этих отпустим. Блин, ну конечно красивая. Караси клевали сегодня. Вообще. А сколько их сорвалось? Если бы хотя бы даже еще половину. Вот он. Вот это карась. Кило 810. 15. 15. 5 грамм. Украл. Ну да, реально красивая рыбка. Вот такой улов. Сейчас часть отпустим. И будем собираться домой. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Всем пока. До новых встреч.